Здравствуйте, хочу представить обзор. Это у меня пришел Sharp Aquos S3. Заказывался аппарат на Алиэкспресс. Пришел за 17 дней, почта Сингапура. 8897 рублей изначально цена была. Там скидка у меня была, в общем, купон на 1000 долларов, 7886 рублей. Обошелся это около 123 долларов. Что у нас здесь интересно? Snapdragon 630, 4 ядра на 2.2, 4 на 1.8. Адрена 508, банд 3738, 4 гигабайта оперативки 64 встроенной. Камера здесь от Samsung, основная на 12 мегапикселей, плюс 13 мегапикселей дополнительная камера F1.75 и фронтальная камера на 16 мегапикселей, тоже от Samsung F2. Экран здесь 6 дюймов, 1080 на 2160, 18.9, Android 8.0, аккумулятор 3200 мА. Есть также у нас NFC здесь, Type-C, Bluetooth 5.0. Поддержка 5 ГГц Wi-Fi. OTG имеется, индикатор трехцветный. Нет у нас здесь 3,5 мм джека. В такой коробке все пришло. Посмотрим комплектацию. Вот здесь был сам аппарат. По-моему, здесь не было никаких бумажинки. Просто вот в такой обертке все это дело дошло. Скрепка в комплекте имеется. USB Type-C шнурок от Sharp. Здесь с такой застежкой. 5 вольт, 2 ампера зарядное устройство. В комплекте также респект продавцу. Наушники шли 3,5 мм джек. И у нас в комплекте переходник идет. Type-C 3,5 мм. Вот такой переходник. И в комплекте также у нас дополнительные амбрушюрки. Все, больше ничего здесь нету. И вот сама коробка Sharp надписи. И то, что я вот перечислял, характеристики аппарата. Ну, B20 нету, но основные здесь банды есть, B3 и B7. В комплекте также идет пластиковый чехол. Такой полусофт-тач, полуглянцевая. Покрытие, неплохой чехол, но хотелось бы, конечно, силиконовый тоже, чтобы защита была сверху и снизу. Посмотрим, как аппарат в чехле выглядит. Я думаю, неплохо. Вот только то, что минус, вот эти стороны у нас не защищены. Аппарат у нас весит 167,1 грамм. Давайте пройдемся по внешнему виду. Вот так выглядит сам аппарат. Я думаю, выглядит очень зачетно. Удивляют, конечно, минимальные рамки. Даже не верится, что здесь у нас вместилось 6 дюймов. Ну, задняя крышка у нас стекло. Конечно, моментально все заляпывается, но смотрится, конечно, все стильно. Есть у нас эффект 2,5 D. Рамка металлическая. Неутопленный динамик. Здесь сеточка, конечно, за это респект. Монобровь. Передняя камера на 16 мегапикселей. Датчики приближения освещенности здесь же прячутся. И также индикатор трехцветный. Наблюдаем вот такие минимальные рамки. Снизу надпись Sharp. Сверху у нас ничего, кроме полоски, для того, чтобы сигнал проходил. Слева у нас слот для сим-карт. Также вот полоска для сигнала. Справа у нас снизу полоска. Кнопка включения и выключения. Здесь у нас регулировка громкости. Ничего у нас не бренчит. По сборке все супер. Снизу еще одна вот полоска для того, чтобы сигнал проходил. Микрофон. USB Type-C разъем. Перфорация для динамика. Двойная камера. 12 и 13 мегапикселей. Двойная вспышка. Сканер отпечатков. Дополнительный микрофон. Надпись Sharp. Ну и самая изюминка в кавычках этого аппарата. Это проблема со слотом. И наблюдаем такой слот металлический. В первом слоте наносимка хорошо встанет, во втором слоте уже будут проблемы, ее придется подпиливать по высоте. Я вышел из этой проблемы, в общем, выписал для какого-то Honor, в общем, слот, будет ссылка в описании. Здесь подпилю потом напильником. Тот слот не входит в Sharp, придется немножко подпилить, но зато не надо будет мучить наносимки. Вот такой, можно сказать, здесь есть костыль. Посмотрим, как срабатывает сканер. Никаких задержек не вижу, все супер срабатывает. Также Face ID отлично работает. Никаких задержек в этом плане нету. Посмотрим, что у нас по верхней шторке. Здесь есть недоперевод, автояркость, вот локейшн, ротейшн, режим чтения, ну или ночной режим, кому как угодно. Посмотрим фонарик. Очень ярко светит. Можно сказать, прямо ослепляет. И вот так выглядит рабочий стол. Нас приветствуют. И смотрим, конечно же, экран здесь суперский. Sharp, там технология какая-то IGZO. Действительно, краски здесь яркие. Вот это у нас максимальная яркость и минимальная яркость, тоже все на высоте. Что у нас здесь изначально стоит? Google сервисы. Вот такой есть диспетчер задач встроенный, Mobile Mate. Если нажать на кнопку меню, вот у нас выходит встроенный диспетчер задач. Вот этой кисточкой все можно освободить. Также можно вот менять темы. Есть встроенная галерея, есть диспетчер файлов свой родной. Перейдем в настройки. Надстройка идет от Sharp. Вот цветные иконки в настройках. Wi-Fi, Bluetooth, конфигурация сим-карты. Можно тип сети здесь настроить.
еще NFC имеется. Это, конечно же, жирный плюс, кто пользуется NFC постоянно. По экрану автонастройка яркости, режим защиты глаз можно включить. Также умная защита зрения имеется. Вот такие вот плюшки интересные есть в этом аппарате. Также вот темы имеются, обои, стиль шрифта. Цветовой тон можно настроить холодный, теплый. Я здесь по умолчанию все оставляю, не трогаю ничего. Режим экрана стандарт, есть динамический. Звук, вибрация, мелодия вызова. Устроенные мелодии, не знаю, не очень, не по мне как-то. Ну, давайте послушаем от Лиагу мелодию. Я думаю, звук здесь средний такой, можно было чуть-чуть погромче сделать, но в принципе неплохой. Не раздражает, ничего не дребезжит, как на других китайфонах. Еще настройки есть. Увеличить громкость в кармане. Приложение полномочий, управление доступом приложений, управление приложениями. Строка состояния и уведомлений. Включение экрана при уведомлении, показывать значок строки состояния, показывать скорость сети. И также имеется у нас индикатор. Также имеется вот такой пункт «Умный помощник Робус». Вот здесь виджет имеется, можно вот о погоде что-то настроить. И также напоминание о здоровье. S-Boost, умное ускорение. Вот еще у нас диспетчер задач. Еще один диспетчер приложений. Управление автозагрузкой, фоновыми процессами. Какие-то разрешения можно давать. Управление автозагрузкой. Идем в специальные настройки. Блокировка приложения. Приложение клоны. То есть второе пространство имеется. Вот личное пространство. Светосенсорное движение, подсветка по двойному касанию, то есть пробуждение, все у нас работает. Скриншот тремя пальцами, перевод имеется полноценный, смена приложения тремя пальцами, переверните, чтобы отклонить вызов, отключить звук при поднятии телефона, имеется быстрый доступ к камере, открывать камеру двойным нажатием кнопки питания. Настройка экрана кнопок, есть кнопка управления, никто ее пользуется, не знаю, лучше бы сделали, чтобы кнопки у нас скрывались. Распознавание по лицу. Статус блокировки. Включить, чтобы разблокировать. Можно поднять, чтобы включить. Провести пальцем по экрану. То есть тут на выбор дается. В некоторых аппаратах никакого выбора тебе не дается. Просто еще дополнительный жест надо делать. Разблокировать пальцем экран. Вот. Распознавание лица. Настроить. Да, можно улучшить распознавание. Настройки заблокированного экрана. Показывать уведомления полностью или нет. Идем в пункт батарея. И здесь тоже вот различные режимы. Энергосберегающий режим. Суперэкономия энергии, сведения об использовании батареи, приложения, здесь все. И видим график разряда батареи. Идем в другие настройки, местоположение, приложение, получившее доступ, память ПЗУ, настройка специальных возможностей. Вот здесь все стандартно. Обновление системы, Smile UX, вот такая у нас оболочка для разработчиков, пункт. На телефоне модель FS8032, сколько ядер, оперативки 4.64, память ПЗУ. Номер сборки 1460. И номер сборки еще можно посмотреть в инженерном меню. Чтобы зайти в инженерное меню, нужно набрать вот такой код. Потом попадаем в инженерное меню. Здесь у нас информация о телефоне. Информация о телефоне. И вот такая у меня версия стоит. HH1 1460 0WB03. Вот такая прошивка. И так у нас выглядит звонилка. Русского набора нету. Давайте проверим, как у нас датчик срабатывает. Все в порядке. Есть у нас запись голоса. Громкость разговорного динамика отличная, и само качество тоже мне понравилось. Также у нас имеется поддержка OTG, можем подключать мышки, флешки, клавиатуры. Также имеется трехцветный индикатор, вот он сейчас синего цвета, синий, красный, зеленый. Давайте поговорим о камерах. Камеры здесь заявлены от Samsung, 12 плюс 13 это у нас основная, и 16 у нас фронтальная. Девайс NFHV сенсоры не определяет. И здесь можно режим выбрать, также стандарт 4 к 3, квадрат, здесь во весь экран, размытие, ускорение, видео, красота, панорама и режим Pro. Перейдем сейчас в настройки. Вот круг, много, артистический, водяной знак, различные фильтры, автоспуск, HDR, разрешение камеры 8 мегапикселей, 18 к 9, разрешение видео, съемка 4K, отразить логотип, звук затвора, ускорение, стабилизация изображения, гироскоп у нас здесь имеется. Все очень шустро срабатывает, снимает. Да, камера здесь, конечно, отличная. 1-2-3-1-2-3, тестовое видео. 3840 на 2160. 1-2-3-1-2-3, тестовое видео.
Я думаю, пишет неплохо. Также у нас имеется режим красота. Ну, что-то подобное, типа как Bokeh тоже, кажется, пытается размывать. Мне он больше понравился, чем сам режим размытия. Это у нас Google камера так снимала. Ну, рожки все равно где-то вот подъела, но, в принципе, неплохо. Режим красота тоже пытается вот фон размыть. Вот это у нас режим размытия, где-то на середине стоит. И вот максимальный режим размытия, это у нас стоковая камера. Фон жестко размыло сзади. Ну, тоже неплохо, я думаю. Ну, факт тот, что здесь это Bokeh все-таки, конечно же, работает. Вот так выглядит у нас передняя камера. Также есть размытие. И вот уровень Bokeh, то есть задний фон, вот как может размывать. И передняя камера тоже у нас работает. И неплохо, я думаю. Ну, давайте попробуем. Да, действительно, вот размыло фон. Все морщинки, бровинки у меня видно. Неплохо снимает передняя. Есть режим видео, красота и про. Также ускорение имеется. Все то же самое, как и в основной камере. Перейдем в настройки. Круг, много, артистический, водяной знак. Вот артистические. Вот такие вот картинки можно поставить. Что в передней, что в задней камере. Также вот такой водяной знак. Можно больше-меньше сделать. Различные есть у нас. Ну, это больше для девушек, для детей. Различные фильтры. HDR также имеется. Разрешение камеры. Весь экран 18:9:11 мегапикселей. Разрешение видео Full HD. Отобразить логотип, звук затвора. Композиция, ускорение, стабилизация изображения тоже присутствует. Раз, два, три, раз, два, три. Тестовое видео. 1920x1080. И что MP4. Раз, два, три. Тестовое видео. Ну, вроде говорю громко, но все-таки, мне кажется, мультимедиа динамик тиховато воспроизводит. А сам микрофон неплохо пишет, я думаю. Sharp Aquos S3, качество видео Full HD 1920x1080, проверка видеозаписи, проверка передней камеры. Проверка также стабилизации видео. Sharp S3, качество видео 4K, это у нас стоковая камера, проверка видеозаписи. Также проверка стабилизации видео. Камера, качество видео Full HD 1920x1080. Проверка видеозаписи, также проверка стабилизации видео. Sharp S3, Google камера, качество видео Full HD 1920x1080, проверка видеозаписи. Также проверка стабилизации видео.
Sharp S3 в качестве видео Full HD 1920x1080, у нас open камера. Качество видео у нас Full HD и проверка также стабилизации видео. Sharp S3 open камера, качество видео Full HD 1920x1080, проверка видеозаписи. Проверка также стабилизации видео. Пройдемся по скринам, по тестам. Тест Antutu 89395 попугаев. Смотрим, сколько ГПУ набрал. 10 точек мультитача. Сенсор здесь отличный. Еще информация по Antutu Adreno 508. 64-битный процессор. Задняя камера 12, 13 мегапикселей. Еще информация по системной памяти, по внутренней. 5,99 дюйма, определяет 480 dpi, 1080 на 2160, 3200 мА батарея. Куча датчиков у нас, полный комплект, полный фарш. Информация по AIDI, 4 гигабайта АЗУ, 14-нанометровый процессор, 64-битный. Полоса 5 ГГц поддерживается. Информация по камерам. Информация по температуре, информация по датчикам, девайс InfoHV, общая информация по центральному процессору, по системе, по памяти, LPDDR4 определяет, информация по камерам, уже смотрели, по батареям, температурные датчики, 5 см датчик приближения, датчик освещенности, магнитный датчик, гироскоп имеется, датчик ориентации, результаты теста 3D Mark. Результаты теста GPS, GLONASS поддерживается, Baidu 32 увидел, вот один из использований, GPS здесь, конечно, шустрый. Вирусов нету, Dr. Web Light полная проверка. Информация по батарее 3460, тестер определил, ну, конечно, погрешность есть в измерении. Но средняя яркость, чуть ниже средней яркости, проигрывание видео на YouTube по Wi-Fi. Экран здесь яркий, в принципе, яркости достаточно. И получилось 9 часов 51 минут, около 10 часов. Отличный результат для этого процессора и, в принципе, предсказуемый именно для этого процессора. Смотрим Real Racing, Full HD разрешение. Adreno 36 спереди, 36,7 сзади, 36,8. Motor Covid 5. Динамик у нас не перегораживается в игре. World of Tanks. Настройки высокие. Смотрим, 41 FPS, 42.
38,7 спереди, 39,43. Смотрим PUBG. Девять и пять нагрев, это у нас 28 минут игры, в общем около 40, вот 40 градусов, но не выше. Отличный результат, я считаю. Давайте в конце плюсы и минусы, давайте с минусов начнем. Я считаю, такой минус: здесь мало аксессуаров пока что на этот аппарат, на AliExpress, и поэтому довольствуемся пока комплектным чехлом. И ну, в принципе, стекла есть нарекания небольшие, но пользоваться можно. Второй минус здесь, я считаю, это слот для второй наносимки. Нужно допиливать либо наносимку, либо сам слот отдельно, какой-то другой мастрячить. Это, конечно же, не есть хорошо. Нет здесь 3,5 мм джека, и хотелось бы, конечно, побольше батарею. Но, с другой стороны, аппарат у нас компактный, тоненький получился. Давайте к плюсам перейдем. Цена за 630 Snap и NFC, я думаю, это неплохо, конечно. Сборка тоже понравилась, материалы. Стекло, металл, все очень благородно выглядит. Компактность, еще раз повторюсь, 6 дюймов, даже вот не верится, что здесь можно все это дело уместить. Adreno 508, 630 Snap, еще раз повторюсь, NFC, Face ID, сканер и Face ID все отлично срабатывает. Индикатор трехцветный, конечно, он мелковатый, но, я думаю, увидеть можно будет. Чехол в комплекте. Наличие гироскопа, датчиков, честная батарея 3200 мА и проигрывание в YouTube около 10 часов тоже считаю жирным плюсом. Ну, для кого-то USB Type-C, конечно, это будет плюсом. Но низкий нагрев в играх, камеры тоже отличные для своей цены, считаю. Сеточка на динамике. Это у нас был Sharp Aquos S3. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Будет много интересного. Всем спасибо, пока.